Благоустроенные дворы, парки и скверы. Городская среда в Самаре станет еще комфортнее. Заявки от жителей уже принимаются. Чтобы попасть в программу, на общем собрании нужно решить, какие виды работ необходимо провести на конкретной территории и оперативно подать заявку в департамент городского хозяйства и экологии. Принцип заявочный. Кто быстрее, у тех будет детская площадка, кто быстрее, у тех будет освещенный двор, кто быстрее, у тех будет спортивная площадка. Поэтому здесь не нужно растягивать время, нужно собираться дворами, принимать решения. Здесь играет значение первостепенность подачи заявки. То есть сейчас очень важно узнать о критериях и о правилах подачи заявки. Всего на формирование комфортной среды в городах страны выделено больше 5 миллиардов рублей. Самарская область получит 927 миллионов. 2017 год – это только старт масштабного проекта. Программа рассчитана до 2022 года. И к концу этого времени в стране должны быть обновлены 100% дворов. Мы практически сейчас граждан вовлекаем в хозяйствование на дворовых территориях, в хозяйствование в своем городе. Мы до этого в большей степени говорили о формировании собственников в своих многоквартирных домах. Теперь вот это вот влияние на хозяйство переходит на территории дворовые и городские. Больше 300 миллионов рублей из общей суммы в Самарском регионе запланировано на благоустройство парков и скверов. Здесь также важна активная позиция жителей. Какие общественные пространства войдут в программу, будет известно после проведения областного отборочного конкурса. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.